Польские товарищи вернули долг 600 тысяч. Притащили вчера твои орлы из гостиницы в Плотниковом переулке. Сколько раз просил Портай-Геносса помещать на наши счета там? Нет, обязательно сюда приволокут. Какая проблема? Куда прикажете, туда и притащу. Куда-куда? Лишняя головная боль. Теперь мерекай. Дождина каждый день. Охота срывается. Да, дождь. Что-то не так? Да нет, все так. Как повезешь? Самолетом, пароходом? Решай сам, головой отвечаешь. Все чохом переправлять не рекомендуют. Мало ли что. Нельзя все яйца в одну корзину. Да что тут толковать, сам понимаешь. Благо, отсюда только крохи перебрасываем. Главное, там за бугром крутится. Что напрасно возить туда-обратно? Пожалуйста, соедините с Госбанком. Это я. Тут у меня внезапно сумма образовалась. Нельзя ли по вашим каналам? Будет сделано, Герман Сергеевич. Замечательно. Я в тебе не сомневаюсь, ты человек управляемый. Смекаешь ты к чему. Ревизия в нашем Альпийском банке вещь небезопасная. Раскопаешь лишнее, головы полетят. Что-то я не понимаю. Чего ты не понимаешь? Ну... Головы полетят! Здесь, у нас! Хорошо бы так. Наших парней в Цюрихе подставить. Ну, там мелкие недоработки, недочеты, ну и так далее. Ну, я работаю всегда одинаково. Как положено. Как учили. Да ты мне, дуру, не ломай. Учили. Умные слишком стали. Христом Богом прошу. Глубоко не копай. Ну, а что ж ты другого не пошлешь? У нас мудрецов по мелкой вспашке хоть пруд пруди. Так вот, насчет Цюриха. Хотели тебя отправить. А поедет Чугунов. Маша! Слушаю. Закажи мне Цюрих. Сейчас соединю. Ну, все, иди. Цюрих на проводе, Тихон Степанович. Алло, Холин. Едет Чугунов. Ну, я его, что ли, назначал? Сверху потребовали. Но отбивался как мог. Но у них свои игры в Поднебесье. Не смог мастодонт тормознуть Чугунова. Мастодон хитер. Это он тебе заливает, что Чугунова спускает сверху, что он был против его кандидатуры.
Он нас подставил. Он же пожаловался, что ничего не сможет сделать. Выходит, мы ему еще и обязаны. Привык я ко всему этому. Будешь? Нет. Привет. Привет, Гот. Привык. Ну, есть к чему. Да ладно, не вешай нос. Нам воду пока сливать еще рано, не вечер. Зайдем сюда. У меня будь-будь заготовлено. И на мастодонта, и на кого покруче. Будешь? Нет. Привет. Грусть, Кат. Кирвыски, бите. Будешь. Увидишь. Не боишься? Чего? Если окажемся на родине. А ты не оказывайся. Улещай заезжих визитеров оттуда. Холь, лилей. Пои, задаривай, борись за себя. А ты как думал? Ну, не мне тебя учить. Надоело. Ах, надоело? Тогда милости прошу. Начальником районного отделения Сбербанк. Работа с населением. Кварплата, пенсия, свет, газ. Чудило, да кто он есть, этот Чигунов? Копни, окажется, или еврей, или пидораст, или в семье отсиденты не согласны, или дочур хвостом крут, а то и все вместе. Запомни, каждого есть на чем и за что ухватить, чуешь? А мы, ребят, пролетарской хватки, чистые. Спим только с бабами, причем со своими. Пойдем сюда. Хватит, Пас. Да ладно. Прожитью Бог миловал. Кусать лапу дающего еще не сдурели. Вот. Наши мы люди-то, наши. А наших в стране мало осталось. Все больше их не попадается. Мне брательник отписал в Москве. Водяра уже в бутылке из-под пепси наяривает. Скоро в молочные пакеты будут набулькивать. Если будут. Что если будут? Пакеты, если будут. Значит так. Когда приедет Чигунов, встречаем оба. Ты, Паш, только не улыбайся, прошу. У тебя улыбка как приговор. Зрачки будто свинцом заливает. Лучше не улыбайся. Кивай, слушай, верни пару слов. Но к месту. Ты это будешь? А. Ну, а я повторю. Секретные документы. Посадка на аэродроме группы наших войск в Магдебурге. Вас встретят, так? Так. Вопросы есть? Никак нет, все как обычно. Вот именно как обычно. Давайте пропуск, подпишу. Да? А с этим не выпустят? Нам на эти ваши корочки секретные документы. Полгода назад в Германии, в нашей зоне, разбил самолет, тоже с секретными партийными документами. Вскрыли брезентовый мешок. А там? А там? Доллары. 1,5 миллиона. Ну так что? Чего проехали? Помощь братским партиям. До свидания. А вы смельчак, генерал. Сообщили, самолет уже сел. Мои люди забрали груз. Завтра переправят в Западный Берлин. Только завтра? Какая разница? Считайте, что уже там. Все отлажено. Кстати, Герман Сергеевич, похоже, генерал Лавров что-то не понимает. Заблуждается искренне, неискренне.
вам решать. Завтра в Питер. Завтра. Здравствуйте. Здравствуйте. 3/4 суммы переведете на известные вам счета. Остальное... Я знаю. Через 2 недели официальный визит члена ПБ.
Вот именно. Остальное ему на руки. Без оформления и расписок. Хорошо. Мне плевать, что мне со всех сторон толдычат, что Панин отличный работник. Плевать. Когда человек близорук, я имею в виду политическую близорукость, его деловые качества никого не интересуют. Кто продолжит? Чугунов. Это же касается вашего управления. Прошу. Я доверяю Панину. Квалифицированный специалист. Лучшая отчетность в управлении. Это все? Все. Я понимаю, мысленно вы уже давным-давно в Цюрихе. Но я просил дать политическую оценку. Я мысленно у себя на огороде. Что касается политической оценки, черт его знает, Тихон Степанович, я не понимаю, что такое политическая оценка. Я понимаю лишь, что такое профессионально выполненная работа. Отлично. Панин, ваши резоны. Я так полагаю, все решено. Благодарю коллег за молчание. В наших условиях молчания, как вопль, поддержку. Спасибо. Панин разыгрывает из себя рыцаря без страха и упрека. Но ведь на нем висят некоторые валютные злоупотребления. Я бы был скромнее. Я все делал по вашему указанию, прямому указанию. Какому указанию? Устному. Ну вот видите, устному. Ну это же не серьезно, Панин. Так вот, что я вам скажу, Панин. То, что вы совершили в последний раз, это больше, чем преступление. Это ошибка. А ошибки не прощаются. Федорчук! Да? Подготовьте приказ об увольнении. Хорошо, Тихон Степанович. Все свободны. Панин! Останьтесь! Ну? Разыграли как по нотам? Ха, ну ты молодец! А? Но местечко я тебе нашел, аховое. Ничего, месячишко перекантуешься, вроде как в опале. И вдруг тебя берут. А что, удача, везение? И на новом месте все уверены, что я тебя выпер с треском, и никто не знает, что ты мой человек. А? Молодой человек? Да. Извините. Слушаю вас. Мне сказали, что вы рветесь на мое место, а вам, видимо, наоборот. Хм. Это мастодонт. Зачем так, на всякий случай, столкнуть лбами? Всегда пригодится средь шумного бала. Видели, как он вышиб Панина? А ведь это спектакль, поверьте. Панин всплывет. Помяните мое слово. Кто-то разыгрывает партию. И в этой игре потребовались качества, ненужные в наше время, как то честность, неподкупность и еще там, ну, не важно, чимидж, вот как вы, имидж. Вот меня и ввели в игру легкой фигурой, а скорее всего пешкой, которую потом разменяют или пожертвуют по обстоятельствам. Потом будут шептать про слабое сердце, подорванное здоровье. А я крепкий. И еще лет 15-20 могу послужить верой и правдой. Так что вот соперник. А в Цюрих я не стремлюсь. Нет. Спасибо. Мария! Люблю, когда, по-моему, выгорает. Сразу жить хочется. Кровь по жилам будирует. Жить хочется.
Ты знаешь, Маша, Маша, я тебе скажу, какая светлая голова, так мастерски рассчитала высоту подоконника. Но гений да и только, ни сантиметром выше, ни сантиметром ниже. В аккурат. Мария, ближайшую поездку возьму тебе с собой. Ближайшая, Тихон Степанович. Париж. Привет, я сам. Я в отель, вы в банк. Скоро буду. Леброк, кто за тобой все-таки стоит? Никто. Так уж и никто. Так уж и никто. Здрасте. Добрый день. Здравствуйте. 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 Добрый день. Здорово. Добрый день. Верочка, здравствуйте. Привет. Привет. Маечка, здрасте. Привет. Маечка, Маечка, умоляю, кофе. Здрасте. Ребят, мне нужны все документы для Тихона Степановича. О, боже, боже, как я устала. Марья Павловна, хотите воды? Нет, хочу кофе. Ваш кофе, Марья Павловна. Спасибо, Маечка. Так, ну ладно. Так, что у нас там? Вот все, что вас интересует здесь. Это что? Здесь? Нет, это не то. Я уже сказала. Ага. Вот здесь. Я шефа дожидаться не буду, побегу по магазинам. Ага. Угу. Пока. Ярочка, я шефа дожидаться не буду, побегу по магазинам. Пока. Все точно здесь. Надо же еще проверить документацию, потом объединенному предприятию заказать. Здравствуйте. Здравствуйте, Тихо. Здравствуйте. 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 Пожалуйста, Тихон Степанович. Прошу. Свободны. Все свободны. Ну а что? Да вот. Порысь какая. Бонжур, мадам. Пасси, je vous prie. Oui. Est-ce qu'il y a le modèle pour moi? Très bien. Oui.
Cette robe est superbe. Il vous irait très bien. Venez avec moi, nous allons prendre les mesures. Madame, et maintenant, je veux prendre mesure. Merci. Oui. Comme ça, c'est parfait. Au revoir, madame. Merci beaucoup. Revenez nous voir. Au revoir. А ты что думал? Нас поддерживают за то, что мы такие хорошие, да? Да за поддержку заплачено, знаешь как? Все друзья куплены. Ничего себе. А чем ты думаешь кормится компартия в странах, где их иначе как за придурков не держат? А? Займы, кредиты, разовые дотации — это все гонорар за верную дружбу. Вот и снуют кремлевские курьеры, туда-сюда развозят зелененькие. А способов отмывки существует сотни. Нет, но ведь есть же законы, можно проследить. А вот послушай. Во, дома в престижных районах, буржуа живут. Так думаешь, им в голову приходит? Что? Что участки под строительство и само строительство домов финансировалось из Кремля. Вот и живут господа парижане в КПССных квартирах. Это же мафия. Ну не надо, не надо, я этого не люблю. Не надо ярлыки вешать. Так все запуталось, не распутаешь. А вы не боитесь мне говорить такое? Тихон Степанович, задержалась в магазине. О, и мне кое-что потребно. Давай, пошли. Устрою вам знакомство с Парижем. Ох, когда-то я перекопал этот городишко. Давай, давай. Пошли, говорю. Здравствуйте, здравствуйте. Зовите меня просто Герман Сергеевич. Прошу. Марья Павловна, наш человек в банке. Святая, в святая святых. Одна стоит десятерых. Мы ценим ваши услуги. Давно сотрудничаете? О, со времен мятежной юности. Райком комсомола, ЦК ВЛКСМ, комитет молодежных организаций. Когда ехали? Девятка довела как по маслу. Ну что ж, Марья Павловна, если возникнут проблемы, не стесняйтесь, обращайтесь. Мы ценим надежных людей. И нужных. И нужных. Ваши отношения с Тихоном Степановичем? Ровные. Браво, браво! Наконец-то я услышал ваш голос. Сучонок.
На ходу подметки рвет. Ну, все у него получается. Всегда мать знает. Козырей полна пазуха. Зачем знакомил? Овдовел недавно. За бугром на счетах столько, что в страшном сне не привидится. Захомутаешь его, и порядок. Ну и сколько у него? Это государственная тайна, милочка. Думаю, тебе жизни на 4 хватит. Да? Ну, это смотря как жить. Да хоть как. Жирного карася упускать грех. Я же видел, у него чуть из глаз не прыснуло. Погонишь мне о нем информацию. Держи. Ой, спасибо. Что-то ты мне автографов давно не оставляла. Все устно да устно. Бумага свою прелесть имеет. От нее вечность веет. Как не жгут ее, как не превращают в труху. А все на свет Божий вылезает. Пиши. Что? А что хочешь? Хоть все о том, как последний раз мастодонту давала. В подробностях. Ребята обхохочутся. Подробности, мил человек, великая штука. Да, уже лучше. Ну как? Она вас ждет, идите. Спасибо, что позвонили. Слава богу. Слушай, ну если ты себя плохо почувствовала, ну что, трудно взять трубку и позвонить? Врачи были. Да при чем тут врачи? Сыночек. Черт, грязь какая. Если бы с Иркой не поссорился, пришла бы и все вымыла. А мириться не думаешь? Да не трепи себе нервы из-за этого, разберемся. О, ну как, тебе полегче? Лида обижается. Говорит, ты ей деньги даешь. Она не может отказаться. Мам, да какие это деньги? О чем ты говоришь? Разве это важно сейчас? Передай, не будет брать денег, я обижусь. Я по обидчивости чемпион. Я прошу тебя, если что-нибудь случается, ты мне звонишь. Обещаешь? Да, обещаю. Не волнуйся. А хотите, научу чокаться по-партийному? А как это? Ага, вот так. Ага. И... Бесшумно и позволяет дотронуться до волнующего вас партнера. Вы бывали здесь? Не раз. А вас не назовешь болтушкой. Слушать интереснее. И полезнее. Кстати, Марья Павловна, вы сказали, что хорошо и давно знаете человека, который нас с вами познакомил. Вы сами в этом признались. Не могли бы вы приватно рассказать нам о самом важном в жизни этого человека, о его привычках, поступках? Не отказывайтесь. Я и не думаю отказываться. Иногда ведь очень важно дать понять человеку, что его секреты чуточку и ваши. О, вот именно. Очень точно. Чужие секреты, а чуточку и ваши. Значит, договорились? Значит, договорились. Вы, на удивление, располагающая женщина. Мне с вами тоже. Легко и не скучно. Единственное, что волнует, искренне ли вы со мной? С умным человеком я всегда искренне. А я умный, по-вашему? Вы умный человек. Это несомненно. Благодарю вас. Красиво. Боже, как красиво.
Ну что ж, гулять так гулять. Козел. Прошу. Осторожно. Смелее. 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 Да, и вот это все наше. Сойди. Что я узнаю, Маша, а? Двоишь? Мне стучишь? На меня стучишь? Врут. Врут. Что? Врут. Агент-двойник в моем предбаннике, помощник, исповедник, доверенное лицо. Как это? Двойник? А разве можно знать что-нибудь наверняка? Только догадки. Да я тебя к чертям вышвырну отсюда и все догадки, и другую возьму себе! Другую? Разве о другой можно знать наверняка? Или о третьей, или о четвертой? Я-то хоть проверена. Если от меня что просочится, только хорошее. Вам же на пользу. А если я им о вас кое-что не поведаю, то и вам от них ничего не перепадет. Разве я тебя хоть раз вас подставила? Нет. А те, кто меня заложили, может быть, как раз ваши враги. И хотят вашими же руками меня на улицу выбросить. Логично. Между прочим, я не двойник. Я тройник. Я уже запуталась. Знаете только одно. Я ваш друг. Если не больше. С кем сегодня-то куролесила? Сегодня ночью был ваш куратор. Господи! Мы не слишком разболтались. Не слишком. Холин мне штуку привез, генератор стирания называется. Кроме бу-бу-бу! Ничего не услышишь. Угу. Я пойду. Иди, потом договорим. Угу. Хотел прорваться в ЦК? Ясно. Зайди. Займешься Лавровым лично? Жена генерала Лаврова. Что ты мне жена генерала Лаврова? Что, я не знаю, что ли? Зинаида Петровна, миленькая, ну все хорошо. Иди, иди, свободен, свободен. Что, слезки, ну, ну сядьте, ну успокойтесь, ради бога. Ну, ну что случилось, говорите. Ну, ну успокойтесь, ну умоляю вас. Ну ради бога, успокойтесь. Ну, тихо, 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 милая. Ну расскажите, что, что произошло? Ему стало плохо. Я была в своем училище. Мама говорит, что, что он никого не вызывал. Ну, только прилег. Да, я спокойна. Нет, я сейчас. Вдруг примчались трое здоровенных. Выправка как у вас же? Так мама говорит. А оказалось, скорая психиатрическая помощь. Психиатрическая, вы, понимаете? Простите меня. Вы мне только скажите, он что, приехал домой с работы? Нет, нет, он... Он мне позвонил, предупредил, что заездит на Старую площадь по делу. Что? А потом домой. Куда? На Старую площадь по делу.
С ума сошел? А потом, да? Водички? Нет, не надо. А потом домой. Понимаете, их никто не вызывал. Их никто не вызывал. Никто. Миленькая, вы успокойтесь. Старая площадь. Да-да-да. Саша сопротивлялся. А его скрутили. Ремнями. Смирительную рубашку. На Сашу. Вы же знаете знаю, его. За знаю. Что? Кто эти люди? Кто их прислал? Ошибка. Найдем, накажем. Все, кто мира, никто. Люди? Не, ошибка. Сами не могли. Не могли, конечно. Умоляю, но ради бога, успокойтесь. Я все улажу, я позвоню. Все улажу. Сейчас. Секунду. Трубин! Слушаю. Трубин. Все будет в порядке, милая. Да. Все, я все улажу, сам позвоню. Все, спасибо. Только не плачьте, спасибо. Я обещаю вам. Большое. Не волнуйтесь, все. Отвечаешь. Слушаюсь. Головой. До все, всего доброго. Всего доброго. До свидания. Здравия желаю, я Герман Сергеевич. А что там такое с ним произошло? Рвался в ЦК. Рвался в ЦК? Что, нам еще не хватает еще одного генерала Григоренко? Что за мудак, ей-бог. А теперь все в порядке, да? Да, в порядке. Ну и отлично. Жена приходила? Да, приходила, только что отправил ее. Обещал помочь. Что думаете делать? Ничего. Единственное верное решение. Мудро. Обещать и ничего не предпринимать. Как насчет охоты? О, выпадет первый снежок. Хорошо бы по первопутку. Слушаюсь, жду звонка. Есть, спасибо. Трубин. Слушаю. Слышишь меня? Да. Что там с ним? Узнай. В институте Сербского. Отправлен на психиатрическую экспертизу. Зайди ко мне. Слушаюсь. Что это еще там за экспертиза? Соберут специалистов, профессора. Потом решат. Что там они будут решать, дурак? Как наверху скажут, так и решат. Ну, в общем, разузнай тихонечко, кто там правит бал. Слушаюсь. Эх, Лавров, ничего-то ты не понял в этой херовине. Что делать будем? Завтра, когда он прилетит, что делать будем? Встретим, отвезем в отель. Встретим, отвезем в отель. Дальше я тебя спрашиваю, что делать будем. Чугунов не за тряпками приедет. Начнет копать. Кто покроет недостачу? А, выбрали момент, как снег на голову. Все мастодонт, его хватка чувствует. Как обухом по голове. Что ты предлагаешь? Ну, начнем, как обычно. Возлияние, подношение, поездки, так далее. Ну, а если не клюнет, есть запасной вариант. Какой? Какой? Если не договоримся, он отсюда не уедет. Что? Давно стоишь? Давно. И что ты слышала? Все. О чем же мы говорили? О Чугунове, ревизоре из банка. И что мы решили? Решили? Решили убить его. Эдгар Николаевич, что она несет-то? Это же надо такое придумать в натуре. Ты чего, Оль? Ты чего в самом деле придумала? Я ничего не придумала. Я все слышала. А все знают, кто ты и что ты можешь. Мать, ты, прежде чем говорить, немножко хоть думай. Кто ж я, по-твоему? Ты подонок. Паш, подожди, ты куда? Ты что?
Чего ты добиваешься? Вышвырнут вон. Второй раз такое место не вырвать. Надоело все. Может, разведемся? Развод. Все делить, все, все. А там зверкассы командовать. Детей нет. По твоей милости. Он мне. Только не улыбайся. Ох, не нравится он мне. Не брякни, вместо «добрый день» не нравится он мне. Бери улыбку. На. Добрый день. Здрасте. Прошу. Держи. Разрешите? Нет, 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 это я сам. Балуете спортом? Балуюсь. А вы кто? Я Целко, заместитель Эдгар Николаевич. Хотите сказать, что вы тоже банковский работник? Да. А что, свободное дело? Прошу. Вы где учились на экономическом, финансовом, в МГУ? Кто, я? Ну, не я же, я. Я могу забыть, где я учился и когда. Я тоже. Хотите, отгадаю? Отгадайте. Вы учились в вышке. В высшей школе ГБ. Причем плохо. Чё-то я не понимаю. Вышка? Какая вышка? Не хотите проехаться по городу? Покажем грибные места. Давайте в отель. Устал с дороги. Понял. В Москве? Ну, а что в Москве? Накрывается советская власть. Да ну? Ну, да. Смешно. Каждый раз, когда выезжаю, я задаю себе один и тот же вопрос. А у нас в России возможна такая жизнь, как здесь? А что? Свободное дело. Как Тихон Степанович? Велел кланяться. Да ну. Ей-богу, так и наказал. Ты, говорит, этим сукиным детям задай жару. Страна от голоду пухнет, а наши банкиры там жируют на вражеских харчах. Так именно и сказал. Вы имели в виду сукины дети? Я имел в виду страну, пухнущую с голоду. А вообще, Тихон Степанович, известный шутник. Да, одно слово. Мастодонт. Что? Что? А то вы не знали. Давайте договоримся. Дураков друг из друга не делать. Прошу. Сколько же в сутки? Неважно, платят наши швейцарские друзья. Ну это как же? Долго рассказывать. Мы дружим. Этакий бартер
личного состава. Мы за них там, а не тут. Тут, как говорится, на первый зубок. Не пью, не курю, к женщинам равнодушен. Сухарь, заберите пакет. Не понял? Заберите. Понял. Завтра к утру подготовьте документацию, начнем работать. Спасибо, что встретили. За вами заехать в 10? В 10? В 10 у меня разгар рабочего дня. Если вас не затруднит, в 8. Да? У вас очень располагающая улыбка, наша. Сразу чувствуешь себя среди своих. Всего доброго. Не заводись. Что не заводись? Он нам весь кайф сломает. Но меня больше всего твоя баба волнует. В смысле? В смысле? Ты запомни одно. Если что, она нас сдаст с потрохами. Ты думаешь, до этого дойдет? Да! Если он докопается, а у него на роже написано «бухгалтерская крыса», докопается. И тогда мы с тобой под статью пойдем. Валютные махинации в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, в общем, полный набор. Но они и давили звонками, и ни единой бумажки. Дурак! Ты еще на суде расскажи, как тебя в ЦК инструктируют. Мне так Герман Сергеевич велел, да? Тебя зачем здесь держат? Чтобы у верхних людей голова не болела. А за сбоил, дал осечку, все, отвали. Сберкассы командовать в лучшем случае. Что же делать? Поговори с Мадзони, может быть, он заткнет как-то наши дыры. Так просто Мадзони не поможет, потребует услуги. Соглашайся на все. Нам лишь бы от этого козла скорее отделаться. А с Мадзони мы разберемся. А может, твое ведомство подсуетится? Какое мое ведомство? Ты лучше со своей разберись. Все, поехали. Господин Мадзони, мне очень надо вас видеть. Очень. Спасибо. Понял. Бонжорно. Здравствуйте. Слушаю. Хотел бы попросить об услуге. Да, если в моих силах. Из Москвы приехал человек. Я знаю. В отделении моего банка здесь, в Цюрихе, предстоит проверка. Похоже, глубокая проверка. Нам понадобятся деньги. Перекрутиться на время проверки. Как только человек из Москвы уедет, мы тут же переведем эти деньги обратно. Это сотни тысяч? Нет. Миллионы? Нет, сотни миллионов. Франков? Долларов. Конкретно сколько? 300. Это с запасом? С небольшим. Срок? Неделя, не более. Я подумаю. Оговоренную сумму необходимо перевести на мои счета не позже, чем через сутки. Это трудно. Слишком велика цифра. Я не принимаю такие решения единолично. Бриганты. Что? Бандиты. Кто? Ваши, наверху. Что потребуется взамен, если мы договоримся? Ничего. Я или помогу, или нет, если не смогу. Аривидерчи. Всего доброго.
Сеньор Мадзани, нет? Сеньор Мадзани, извините, я не надеялся, что в такую рань вы на работе. Относительно вчерашней просьбы. В течение дня. Грация. Буду звонить. Доброе утро. Эдгар Николаевич, скажите, пожалуйста, у вас недостача большая? Я так и понял. Простите, показалось, что переключился светофор. Ну что, проверим. Пожалуйста. Прошу. Чудесно. Хорошо. С чего начнем? Сначала. Дайте мне баланс. Замечательно. Нет, это я читал в Москве. Дайте мне рабочий баланс. Видите ли, мы как раз решили свести все показатели снова и перепроверить. Но сотрудница, выполняющая эту работу, заболела. И чтобы не терять времени, она забрала документацию домой. Позвонить, чтобы привезли? У нее нет телефона. Господа, завтра документация должна быть на столе. Завтра. Понятно. Простите. Я сейчас. Ну, а пока дайте мне 37-ю. Пожалуйста. Ну, что это вы так волнуетесь? Кто, я? Или вам что-то это напомнило? Мне нет. Относительно вчерашнего я смогу послезавтра. Мне нужно сегодня к вечеру или завтра с утра. Я сказал послезавтра. Нет, это поздно. До подомани. Нужно сегодня к вечеру или все теряет смысл. Весьма сожалею. Не буду мешать. Ну что,
К утру денег не будет. Ну и отлично. Надоел, сволочь. Ну как? Да так, как я и предполагал. Вот здесь исправление? Да. И здесь? Да. А подписи нет? А может, отобедаем? А что? Свободное дело. По красным дням, так сказать, календаря. Вы надолго к нам? Еще двое из группы проверки прилетят через пару дней. А я пока тут разгребу. А что тут разгребать-то? Дерьмо. Ну? Что ну? Чугунов приехал? Ты же знаешь, приехал. И что? Работает. И долго будет работать? Сколько ему еще осталось? Опять бредишь. Einen Augenblick. Nichts anfassen. Moment. Diese Haltung. Открой, пусти! Пусти! Ольга, как ты здесь? Оля, сволочи, умоляю тебя, прекрати! Я никогда прекрати! Тебе не ну, верила, что никогда такое? В чем дело? Почему ты здесь оказалась? Ольга! Ольга, как ты здесь оказалась? Ну, уймись! Ольга! Убийца! Ты, Ольга, убийца, я умоляю ты тебя! Что тебе надо? Умоляю! Тебя. Прекрати ты! Истеричка! Заслужить! Я все сказал! Слушай, выйди свою бабу! Что не надо от меня? Я никогда не думала, что успокойся, ты такой! Успокойся! Прекрати! Спокойно, спокойно. Прекрати! Ну, чего ты? Спокойно. А? Спокойно. Уймись. Что ты несешь? Убийца. Что ты несешь? Убийца. Ну, учти. Умоляю тебя, Оля. Заткнись. Умоляю тебя. Заткнись. Оля. Слушай, ты запомни. Оля. Теперь ты у меня. Ну, ну, я в вас. Убийцы. Убийцы. Сука. Если честно, меня больше всего твоя баба волнует. Не полиция. Не судмедэксперты, а именно твоя баба. Неужели покажет на собственного мужа? Ну, ты представь себе. Каждый день думает. Покажет, не покажет, покажет, не покажет.
С ума можешь свихнуться. Через полгода свихнешься. А может и раньше. Что же делать? Да не пей ты хоть минуту! Я без смазки не могу. У меня мозги не фурычат. Что делать? Нам сейчас с тобой высовываться ни к чему. Проскочили, и ладно. Поговори с Мадзони. У него есть ребята. Что же я должен просить его, чтобы... Должен. Должен. Если бы с моей бабой были проблемы, я бы к тебе обращаться не стал. Бонжорно. Здравствуйте. Сегодня будем говорить прямо. Я прочел о гибели человека из Москвы. Не о гибели, о смерти. Простите, о смерти. Плохо знаю ваш язык. Нюансы не даются. Я прочел о смерти неприятной вам персоны. Полагаю, теперь деньги не понадобится переводить. Ваши проблемы так счастливо разрешились, по воле Господа и случая. Что вы хотите? Льготных условий в сделке с золотом. Это невозможно. Так кажется. Я давно заметил, у русских невозможно и сколько угодно, почти одно и то же. Это невозможно. Послушаем. Нам понадобятся деньги. Перекрутиться на время проверки. Как только человек из Москвы уедет, мы тут же переведем эти деньги обратно. Это сотни тысяч? Миллионы? Нет, сотни миллионов. Франков? Долларов. Конкретно сколько? 300. Это с запасом? С небольшим. Срок? Неделя, не более. Я подумаю. Оговоренную сумму необходимо перевести на мои счета не позже, чем через сутки. Представьте, эта кассета попадет в полицию, и там задают вопрос, какая связь между просьбой о перечислении денег и приездом человека из Москвы. И записи ясно. Первое, у вас огромная недостача. Второе, вы приложили руку к смерти человека из Москвы. Третье. У вас более чем доверительные отношения со мной. Любого из этих обстоятельств более чем достаточно для краха. А вместе? А далее следствие, суд, тюрьма. Золото продаем по бросовой цене нашей подставной фирме. Фирма реализует его по цене за тройскую унцию на момент продажи. Мы не переводим на партийные счета, как раньше, а делим между собой. Скажем, 3/4 мне, четверть вам. У меня есть заместитель. Отлично. 40% вам обоим, остальное мне. Подумаю. Не больше 3 дней. У тебя? Ребров, смотри. Нравится? Представляешь, что? Мы с тобой здесь возлежим. С чем идешь? Так, детали. Слушай, Ребров, кто за тобой все-таки стоит? Будешь себя хорошо вести, расскажу. Господи. Садись. С чем пришел? Видите ли, Тихон Степанович, я не по службе, я... По дружбе, что ли? Ну, давай, давай, не тушуйся. Погоди, сейчас, минуточку, подожди меня. Ну, понимаете, это всего лишь такой эпизод. Угу. Я и Чугунов... Так. За день до его отлета в Цюрих... Угу. Ну, говорили ни о чем. И вдруг, перед самым его уходом, он говорит, что если не увидимся больше, так. Если будут шептать про больное сердце, не верьте. И ушел. И вот теперь его нет. Так, видишь ты. А ты-то сам что про это думаешь? Я? Ты! Ну, я думаю, что если... Человек говорит такое, а потом умирает от разрыва сердца, значит, человек знает, о чем он говорит. Знал. Если бы его спросить. Молодец, что пришел. Надо ускорить твой выезд. Я покумекаю.
правдолюбством увлекаешься. Ну ничего, это пройдет к зрелым годам. Как тяга к танцам или к пению под гитару. Ну все, иди, мне работать надо. Иди, иди. Машку, Марью Павловну пришли. Итальяшка дал тебе на раздумье 3 дня, уже неделя прошла. Что делать будем? Соглашаться. Тебя устраивает? 40% на двоих. И сколько же из этих 40 мне? Мне Мадзони сразу 30 предложил. Я вернул про тебя, он еще 10 накинул. Ага, выходит, ты в 3 раза дороже меня ценишься. Ладно, мне 25, тебе 15. И забыли. И это ты предлагаешь мне, офицеру безопасности? Ты что, рехнулся? Я-то нет, а вот ты уже бывший товарищ Холин. Ты человека убил. Эдгар Николаевич, вы все-таки думаете, что говорите? Ладно, ладно. Шучу, наложил полные штаны уже, да? Ладно, безопасностью сыт не будешь. Деньги действительно нужны. Ну ты тоже хорош, человека убил. Слушай, пью вроде я, ты дуреешь. Это мы как сиамские близнецы, я шарахну стакан, а ты пьянеешь. Ладно, сейчас звонить. Потерпят. Кстати, с бабой своей что думаешь? Голин, ans Telefon bitte. Dankeschön. Интересно. Холин. Голин, bitte Kabine 2. Dankeschön. Hello. Herr Holin, bitte kommen Sie in die Polizeiverwaltung. So schnell wie möglich. Ja, ja. Нас в полицию вызывают. Чего? Давай, давай. Bitte, seien Sie so nett. Kommen Sie nochmals zu uns später. Dankeschön. Wiedersehen. Ты слышал, что он сказал? Наше мнение пока остается неизменным. Мы к этому вопросу еще вернемся. Вот так вот. И это пока. А я тебе говорил? Что говорил? С итальяшками нужно держать ухо востро. Ты обратное говорил. Ну, ладно. Не надо. И это еще цветочки. Ты чувствуешь, как он нас подставил? Заткнись. Сеньор Мадзони. Пронто. Мы согласны. Что же вы, не могли подождать? Я же сказал, 3 дня. А прошло сколько? Я жду вас в любое время. Хорошо. Думай, думай о своей бабе. Да пошел ты! Она угробит нас! Неужели ты этого не понимаешь? Бонжорно. Прего. Перфетто. Отлично. Подставную фирму я уже зарегистрировал. Причем денег моего банка там не франко. Выручили друзья. Я поддерживаю их проекты, они мои. Перекрестное опеление. Сеньор Холлин, такие деньги, и вы не веселы? Вот взгляните, улыбнитесь. Благодарю вас. У меня проблема. Кикозе, что случилось? Видите ли, моя жена, она знает, что случилось в отеле Грингром. О, ваша жена красива? У вас есть фото? Пожалуйста. Белла, сеньора, можно взять? Я хотел сделать вашей жене презент. Презент, похоже, не кстати. Отличные духи, Жан Пату. Передайте супруге вашего заместителя. Спасибо.
Buongiorno, signorina. Piace un po', дождик. Да, дождик. Volete andare con la macchina? Может, мы встретимся questa sera? Perché? А завтра здесь 12. Нет, нет. Куда везти завтра вас в горе, а потом сюда? Molto bene. Grazie. До свидания. Bye. Arrivederci. Стеклянный. Buongiorno, signorina. La prego. Prego, signorina. Attenzione. Allora, andiamo? Thank you.
Они сами позвонят. Сами. Кто это? Ну, посмотри. Ты? Я. Ты. Меня хотели убить. Ну-ну. Я его убила. Он там, там. Кто? Я его убила. Боже мой! Вас кто-нибудь видел? Да видели, все видели, видели в гостинице, в ресторане. Какая гостиница? Заткнись! Немедленно в аэропорт. Немедленно и не в 24 часа, а сейчас Алиша. И немедленно. Алиша. Понял? Алиша. Какие вещи? Алиша. Все потом. Заткнись, сука. $20 пойдет? Пойдет. Пошли. С счастливым возвращением на родину. Где подарки? Потом, потом. Вас ждут. Я же сказал, разумеется. Я же сказал. Пшел вон. Что? Как пообщались? А? Конструктивно. Добрый день. Прошу. Будь здоров! Много приготовьте шампурок. Ну что, в порядке? Ну, на двух счетах. Остаток на руке. Прямо в посольстве. Спасибо, дорогой. Пожалуйста, прошу. Ну что, понял, что почем, а? За Холиным тоже кое-кто стоит, но калибр не тот, мелковат. Так что? Готовься в Цюрих. Ну что, что, готовься. На воздух, на воздух. Вот ты мой родной. Дай поношу. Пожалуйста.
Тихон Степанович, я пьян? Ты как стеклышко. Я даже порадовался за тебя, пить умеешь. Это не последнее ремесло в России. А что? Голые бабы на ветвях привиделись. Привиделись. Это же быль. Явь. Местный колорит. Не зря я тебя сюда тащил. Это хлопковый вариант марксизма. Впечатляет? Расскажи такое в Цюрихе. Сразу дурдом определят. Навечно. Ой, господи. Бред какой. Ты кто? Комсомолка. А тебя можно? Можно. Но только потом, после всего. Когда отвесим положенное. А это когда? Ну, после 10:30. Только ты не пей больше, пожалуйста. А то что? Что-что? Сам знаешь что. Перестань. Перестань, я сказала. Добрый день. Я Цулко. Если можно сегодня. В 14:00? Благодарю вас. Коньяк? Нет, нет, я за рулем. Слушаю вас. Цулко полностью доверяет вам. Слушаю вас. В Цюрих приезжал один человек, и... Я все знаю, что случилось, как и почему. У вас проблемы с вашей женой? Угу. Я кое-что придумал. «31-115, Холлин. Снимите, пожалуйста, с охраны. Благодарю вас. Пять.
руки. Руки. Что? Руки. Ёптать. Ты же на границе. Руки. Отпусти, мужик. Я ничего не брал. Возьми коньяк. Налей себе. Ну! Сейчас. Сейчас. Больше! Эй! Еще налей. Ну! Больше! Пей. Спасибо. Еще. Ну! Заточку подбери. Нет. Стоять! Ну-ну. Спокойно, малыш. А то, вижу, нервишки разгулялись. Слушай, у тебя есть один выход. Всего один. Сейчас сюда заявится баба. Заколешь ее. И я тебя выпущу. Все серебро заберешь. Ограбление есть ограбление. Тебя никто никогда не найдет и искать не будет. У нас, если сразу не взяли, потом... Я не могу, нет. Сможешь. Захочешь жить? Сможешь. А нет? Сейчас вызову милицию и... 8 лет зоны. А может, больше. Не возражаете? О чем вы говорите? Как у вас тут? Все в порядке. Готовлю выгодную сделку с золотом. Да? Кому? Нам. Завтра начнем с баланса. А кто покупает? Весьма почтенная, не старая, но такая проверенная фирма, связанная с нашими организациями. Коммунист? Ну, я бы сказал, решительно левые. Вот так. А кто санкционировал продажу? Ну, с самого верху. Герман Сергеевич, слыхали? Еще бы.
У вас была недостача? Да, была, но покрыта. Кто перевел деньги? Это был стерильный перевод. Источник нам неизвестен. Решение принято на самом верху. Ну, у нас часто так бывает в практике. Когда приходит сумма, мы ее держим полгода, год, потом переводим согласно указаниям. Это частный банк? Частный. Угу. А кто владелец? Я не знаю, знаю только, кто контролирует капитал. Ну и кто? Так давай выпьем, а? Ничего, что я так по-свойски. Ну что, это нормально, старик. Ну, только выпьем позже, я слушаю. Костелоне, Донаци, Мадзони. Вот о последнем подробнее. О Мадзони? Ну, Мадзони – человек с решающим голосом в банке. Вот теперь есть повод выпить. Я блокирую эту сделку с золотом. Я в эти игры не играю. Сеньор Игров, медлить нельзя. Игрорёс. Цены на золото весьма нестабильные. Да. И сейчас на свободных рынках максимальные. Сделка обоюдовыгодная. Я уверен, мы договоримся. Ну, я надеюсь. Сеньор Сулько сообщил вам об условиях. Условиях? Я вижу, не сказал. Я так и думал. Сеньор Сулько полагает, что если не держать вас в курсе, то ему достанется все или почти все. Недальновидно. Между нами Цулько без головы. Сеньор Ибров, вам 50%. Сколько отдать Цулько и наверх, решите сами. Не понимаю. Сеньор Ибров, 50. Это очень высокий процент. Высокий. Баронесса Манс. Очень приятно. До сих пор неравнодушна к сынам моей далекой родине. Вовсе не ко всем. Такие, как вы, редкость. Обычно от вас засылают. Я не забыла русский язык и не ошибаюсь. Именно засылают таких бодрячков с наклеенной улыбкой. Вы другой. Спасибо. Чем обязан? Я давно живу здесь. Вы знаете прозвище Манзони? Нет. Мрамор. Холодный, непробиваемый. Учту. Учесть мало, надо быть крайне осмотрительным или... Это вы меня пугаете? Какие вы все переломанные, даже самые благополучные. Хотите, я вас отогрею на минутку? Правда, это прелестно. Благодарю вас, спасибо. Все в порядке? Незабываемый вечер. Значит, нет? Значит, нет. Жалко, я сделал все, что мог. Спасибо.
вас неприятности? Да, почти. А вы как будто это предчувствовали? Я? Я давно живу здесь. Пожалуйста, садитесь. Что там ваш Ребров? Он же тормозит дело. Вы понимаете, что это значит? Золото. 20 ящиков. В кейсе не увезешь. Я могу быть спокойным? Разумеется, Герман Сергеевич. Да. И помогите разобраться с Ребровым. Конечно, Герман Сергеевич. Алло. Алло. Слушаю. Алло. Ребров. Ребров, это ты? Ты что же делаешь-то, твою мать? Я же предупреждал тебя, не возникай. Без тебя дело начали с золотом, и не тебе его гробить. Тоже мне борец за справедливость, твою мать. Слушай, ты что делаешь? Да ты что? Чтоб ты видел и сообщил своими это, что это не первые листочки в моем досье. Большая часть уже в Москве. Ненавижу. Ладно, сучонок. Офиса выиграл, а ты, сукин сын, только вчера заметил. Чую, Ребров подставился нарочно. А то бы ты так до сих пор и тремался своим стаканом. Он нас оповестил. Хитер. Теперь его трогать нельзя. Мину под нас подложил. Бомбу замедленного действия. Зря летел, твою мать. Я такую штуковину приволок. Последняя разработка. Секунда и конец. И никаких анализов. Впустую сканял. Возьми обратный билет. Вон из машины, я в город. Повезло тебе. Прокололся сменщик. Правдолюб. Ну, в общем, считаю, его нет. Ты сколько там проработал? 5 лет? Зато у нас здесь голова не болела.
Разве что Чугунова вы с Пашкой. Что? Ну, будет целку-невидимку ломать. Старый я, давно живу. Вашего брата насквозь вижу. До шестого знака после запятой могу сказать, кто сколько украл у государства и на каких счетах спрятал. И вот что я тебе скажу. Марь Павловна! Ребров, да. Вы арестованы. Прошу следовать за мной. Вас ждет машина. Уж я не думал, что снова здесь окажусь. Вот Ольгу жалко. Насчет Ольги ты лихо обтяпал. Я не ожидал. Честно говоря, думал, что не сможешь. Ты о чем? Не сыпь мне соль на раны, не говори на взрыв. Ладно, ладно, не сыплю, не сыплю. Молчу. Ребров-то кое-какие наши с тобой грехи в Москву уволок. Не понимает дуря башка, что грехи-то не наши, а групповые. А в группе кто, сам знаешь. Так что себя, значит, нас, сожрать не дадут. А? Мы с вами 4 месяца работаем. Почему вы не хотите сказать, где документы? Это единственная гарантия моей безопасности. Ну, знаете, она весьма слабая. Не для протокола. Воруй. О, еще как. Скажите, сколько партийной валюты находится за рубежом? Десятки, сотни, миллионы. Сотни миллиардов. Ладно, прости, не поверю. Знаете, конечно, встречаются нечистоплотные партработники, ну, которые крадут там десятки, сотни. Но так как вы утверждаете... Вы спросили, я ответил. Ну, хорошо, хорошо. Скажите, фамилия вашей матери? Ястржемская? Да, я уже говорил. Полька? Да. Вы знаете, моя бабка тоже не без польских кровей. В свое время, правда, с поляками круто взяли. Хотя не только с ними. Ваша мать сидела? Да, я говорил. Все отворачивались от таких. А ваш отец не отвернулся. Ребров? Фамилия вашего отца? Угу. Скажите, отец и мать давно развелись? Давно. Мне стукнуло 18. Я всегда хорошо относился к отцу, несмотря на его новую семью, на детей. Он никогда не повысил на меня голос, любил меня. Сколько себя помню, никогда не поднял на меня руки. Естественно, не поднял руки. Ребров же не ваш отец. Наказывать чужого ребенка не каждый способен.
Что? А вы не знали? Ребров усыновил вас, когда вам было 1,5 года. Стало быть, он и есть отец. Так-то оно так. Но чтоб там ни было, узнай о себе такое. Я бы умолял. Спрашиваю. Скажите, кто отец? Кто? Мы вам фамилию настоящего отца. Вы нам документы. Суд вынесет вам символическое наказание. А с учетом предварительного заключения, вы свободны прямо из зала суда. Гуляйте, веселитесь. Нет. Дальше копать будем. И накопаем. Это же машина. Вам это нужно? Мне нет. А хотите, скажу про отца за так? По дружбе. Сергей Александрович, имя вашего отца вас не интересует. Предположим, бумаги, лежащие у меня на столе, вас не интересуют. Предположим, но есть обстоятельства, вернее, человек, который вас заинтересует. А если мы им заинтересуемся, то я уверен, мы договоримся. Кто? Я его назову. Ваша мать? Вот наш больной. Да, пожалуйста. Свободно. Садитесь, генерал. Как дела, генерал? Хорошо. Вас малость подкололи. Вы тогда ошиблись, генерал? Я тогда ошибся. Крепко ошиблись. Крепко ошибся. Ну что ж, мы тоже люди. Когда мы видим искреннее раскаяние, скажем так, у вас был первый небольшой срыв. Мы вам вернем должность и звание. Отсюда 20 ящиков. Повезем на двух обычных УАЗах, чтобы не возбуждать любопытство. Машины сопровождения без мигалок. Две впереди, две чуть-чуть сзади. Можно обгонять, отставать. В общем, никаких кортежей. Николай Иванович пришел. Кричай же! Ань!
свободен. Позвольте. Момент. А? Не откажусь. Что же это творится-то? Прям газет страшно читать. А вы не читаете. А как же? А вот так не читайте и все. Газеты что? Завтра доставите? Сегодня. Вечером. В 21:30. Обычно? Да. Вас встретит. Нас встретит Цулко. Он подъедет на броневике итальянского банка. Не удивляйтесь, так все и оговорено. Разрешение на ввоз получено, так что никаких проблем с властями не будет. Хорошо. Чувствую тоже. А тягач пришлите на 27-ю стоянку. Игорь! Колесо надо закрепить! Чем-нибудь тяжелым! Ну-ка, давай сюда. Взяли. Братва, а ну давай сюда, помоги, оттащи. Давай, давай, быстро. Переходь. Готово. Что? Что? Как 19? Ну не я же его взял. Перезвоните через 10 минут. Ты принимал ящики? Сколько же их было? 20. 20, говоришь? А прилетели, между прочим, 19. Не может быть. Я вру. Развлекаюсь или мои офицеры? Кретины. Ищи, где хочешь. Или пойдешь под трибунал, я уж расстараюсь. Вон отсюда. Это я. Меры приняты, Герман Сергеевич. Ищите? Ищем, найдем непременно. Из-под земли достанем. Ну, смотрите. Значит так, вчера грузили золото. Как? Золото! Пропал ящик. Посадим всю бригаду. Может, и подвышку подведем. Госпреступление, кража золотовалютных ценностей в особо крупных размерах. Да ладно, вчера, помнишь? Ты что, начальник? Ты что? Не надо стращать, начальник. Мы только сейчас узнали, что золото. Вот именно. За день столько тонн перекидаешь. Разве упомнишь? А помнишь, вчера Борис скомандовал колесо поддержать? Мы подперли. Точно. Точно. Точно, Поль, помнишь, мы с тобой вместе тащили. Где самолет стоял? Там. Да. Но теперь его нет. Теперь его там нет. Слышишься? Машину.
Садись. Все, Маша. Конец. Могли бы по-другому пожить. Не здесь родиться и не сейчас. Все другое. Человеческое. А чего? Чего стесняться? Да? Ишь, приучили. Слезы плохо. Жалость унижает. Погибать, но не сдаваться. А воровать, насиловать и убивать. Маша. Устал. Здесь убивать – это целая наука. Поджидают с колыбели. И понеслось тянуть жилы до конца жизни. Ну, ну что там у нас? Ну ты говори, говори. Ребров под следствием. Завтра меня вызывают. Я же предупреждал его. Маша, я никогда тебе этого не говорил. Да и не мог бы сказать, но конец. Сережа. Мой сын. Помоги ему, Маша. Если сможешь, помоги. Иди. Иди, Маша. Иди. Найди себе человека, хоть из-под земли. Иди. Звонить не рискнул. Переворот, ловушка.
Я твой должник. Не стоит. Сегодня многие сломают голову. 27.7 Конституции СССР вступил в исполнение обязанностей президента СССР с 19 августа 1991 года. Вице-президент СССР Янарев. Заявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем обязанностей президента СССР и переходом в соответствии со статьей 127.7 Конституции СССР полномочий президента Союза СССР вице-президенту СССР Янаеву Геннадию Ивановичу в целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, политической, межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают жизни и безопасности граждан Советского Союза, суверенитету, территориальной целостности, свободе и независимости нашего государства. Господи. Исходя из результатов всенародного референдума о сохранении Союза Советских Социалистических Республик... Марья Павловна, вы вместе работали? Пожалуйста, отвечайте, да или нет? Да. Что вы можете сказать о Реброве? В каком смысле? В смысле контактов с иностранцами здесь, за границей. Вот именно. Не думаю, что в деле Реброва все в порядке. Ребров, подойдите к столу. Ближе, ближе. Я в Тржевскую. Не хотите поговорить с матерью? Алло? 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 Слушаю, говорите, алло. Мама. А, Сережа, что с тобой? Ты в порядке, Сережа? В порядке, а ты как? Как ты? Ничего, вызвала врача. Приходил другой врач, сказал, мой заболел. Странный тип. Алло, Сережа. Врач другой. Алло, алло. Мы держим слово. Смекаете? Церемонишься с вами, цацкаешься, а вы не понимаете. Плетку вам подавай. На место. Да, вот, я заберу свидетеля. Не возражаешь, потолковать надо. Закрой дверь. Утром явился мой человек из ближайшего окружения президента, предостерег. Переворот, ловушка для дурней. Я сюда, а здесь эти кретины уже руки распустили. Мчался, чтобы расправы не допустить. Что мне делать? Что хочешь. Я бы мог тебя не предупреждать. Я понимаю. Спасибо. Не за что. Пошли. Мудак, руки чешутся. Держись, будет все в порядке. Не шептать последственным! Выйди и ее забери с собой. Нулевое чутье. Ты ж не дурак. Может, хватит. Поиграл в правдолюбие. Суши весла. Жизнь-то одна, чудак. Бог он простит, он добрый. Я это точно знаю.
Да, сглупил, засветился. Представляете, послал в банк телеграмму приветствия чрезвычайщикам. Ну, а вышло, сами знаете как. Ну и нервы сдали. Игловое отделение назначили вас. Да, час назад пришел телекс. Вас ждут в машине. Прошу. Вы впечатлительны слишком. Вы слишком впечатлительны. Маша, ничего не изменилось. Для нас с вами ничего не изменилось. Умер один. Не поговорили. В палате совершенно один. 19-го утром. Потому что за тебя испугался. Он тебя очень любил. Ну ладно, ладно. Ладно. Глупо. Глупо все получилось. А это... Как все у нас? Знаешь, Маш... Мне... Подожди, я тебе поесть принесу. Мне предложение сделали. Предложение сделали. Суки. Для вас прекрасный сегодня день, сеньор Цурко. Встречаете новых начальников. Я искренне рад за вас. Спасибо. Со старой площади? Господи упаси. И вообще это все новые люди. Все. Для вас, сеньор Цурко, ничего не изменилось.